Чик сидит на облучке. Лупе свой сзади скинул. И красного кушака у меня тоже нет. Но вот кибитку у нас действительно удаваем. Это Ford Expedition. Мы уже показывали Ford Expedition, но тем не менее, не можем отказать себе в удовольствии прокатиться еще раз. Такие вещи случаются, и дуболомство российских автомобилистов приходится только констатировать. Водитель наш с ума покатился. Паранормальное явление, но только одна. Самая большая страна мира дебилеет от японских СЮВов. Самое забавное, что их нельзя назвать полноразмерными СЮВами. Так, универсал повышенной проходимости. Еще менее понятен фактор надежности. Ведь самым надежным автомобилем мира в своем классе считается Ford F-150. Машина харизма, машина легенда. А Ford Expedition, пришедший в 1997 году на замену Ford Bronco, в аккурат построен на базе F-150. Но русским нужны были бараньи, точнее телячьи понты, и крузаки стали только нашей легендой. Легендой для 150 миллионов, естественно, самых выдающихся миллионов. А Ford Expedition разошелся серией в 1 миллион экземпляров за первые 5 лет на конвейере. А у нас машина не покатила. Чудная ментальность. Да вы хоть полюбуйтесь на первенца. Вот это размеры и мощь. Крупнее и больше его только Ford Excursion. Ну там вообще писец, а не автомобиль. Естественно, ни о каких дохлых лошадках здесь речи не может идти. И только V8, будь это 4.6 модуляр или харизматичные 5.4 тритон. А теперь будет совсем жестко, и это для тех, кто уже начал скурить от транспортного налога. В ПТС-ках, как правило, пишут правду. У движков этих по 215 и 230 лошадиных сил соответственно. Но крутящий момент у первого. Как у 600-го Мерина с V12, а это 400 ньютонов на метр. А у тритона 441 ньютон на метр. А если кому-то повезет купить тритончика на рубеже веков, то это будет 470 ньютонов. Вы грипп от сосинок видели? Это не грипп, это урок всем другим. Я не буду перечислять, что там внутри у этой машинки, сделанной в военной штата Мичиган, но поверьте, есть там все. Кто скажет, что жрет он до хрена, будет неправ. Можно вполне кататься и на заднем приводе. Коробка как была, четырехступка, так и осталась. И надо быть полным идиотом, чтобы при виде Expedition'а полезть на обгон. Но и делалось это не на Expedition первого поколения, а на втором, 30-тысячный пробег по маршруту Москва-Чукотка. То есть проверку российским бездорожьем этот, ну ни в коем случае не внедорожник, прошел. На этой машине можно запросто переехать в любую отечественную мелкопотамовскую шнягу. Ну и при любом столкновении вас спасут, во-первых, конечно, подушки безопасности, во-вторых, 2 с лишним метра жизни спереди, большие размеры. Но, конечно, я не буду вам рекомендовать пытаться бодаться с КАМАЗами. Хотя практика говорит, что передняя ось у них вылетает. Но в остальном машина-то создана для того, чтобы вы получали удовольствие. Огромные 16-дюймовые колеса 235-й резины. Клиренс порядка 400 миллиметров.